Здравствуйте, сейчас мы с вами послушаем усилитель небольшой мощности, средний для тех лет, 78 год, Marantz модель 1050. У него в номинале 2 по 25 ватт на 8 омах. Послушаем мы Yellow сейчас на нем. Акустика будет у нас сейчас Kenwood LS800 играть. К нему подключены. Итак, слушаем. Ну вот, дальше в том же стиле. Сейчас послушаем что-нибудь тяжелое. Эта музыка, конечно, хорошая, электронная, но она простая для воспроизведения. Играет фактически на любом аппарате. Сейчас послушаем какой-нибудь... О, Лесли Весту давайте послушаем. Он вокальный, грязный, такой роковый. Are you man? Or are you boy? Are you happy?
касается этого стиля, мы с вами отслушали. Ну, сейчас мы послушаем Дайану Кролока. Совсем такой джазовый вокал, другой стиль. I don't want french fried potatoes, red ripe tomatoes. I'm never satisfied. And fade with shafafa on the side. I don't want pork chops and bacon that won't awaken my appetite inside. I want the crimp cramp sauce with the os and fade with shafafa on the side. Well, you know a girl, she really got to eat, and a girl, she should eat right. I'm gonna feed myself right tonight. I don't want fish cakes and rye bread. You heard what I said, waiter, please. I want my fried, I want the frim frim sauce with the awesome fade with Chef Bumper all on the side. It should do, 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 yeah, do, do. It should bundle, yeah, do. Ну, на этом, я думаю, можно закончить. Как вы поняли, это очень музыкальный усилитель. Он может быть не такой мощный, но очень чрезвычайно музыкален. Его приятно слушать, можно слушать долго, не утомляясь. Он будет потом продаваться. Я собрал комплект с кассетной декой и с тюнером. Все будет это красиво, шикарно смотреться и также звучать. До свидания, до новых встреч.